Салам лиже, йоча-влак! Марийома урокнам тӱҥалына. Тачысе урокнам мый почеламут корныла дене тӱҥалам. А те шоналтыза, мо нерген таче ме тендан дене урокышто мутланаш тӱҥална. Здравствуйте, ребята! Начинаем урок марийского языка. В начале урока я сегодня прочитаю стихотворение. А вы подумайте, о чем же сегодня будем говорить на уроке. Кушто-кушто тайлет, мари элыште илем, могай-могай олаште, мотор йошкар олаште. Где ты живешь? Я живу в Мари-Эл. В каком городе? В красивом Йошкар-Оле. Йоча-влак, ты, наверное, палышда, мун нерген тач урок, что оляш тыңална. Тачыме тендан дене урок, что кӧ кушто илме нерген мутланаш тӱҥалына. Урокнан темыже «Тый кушто илет?» Ребята, вы, наверное, догадались, о чем же сегодня мы с вами будем говорить на уроке. Сегодня на уроке мы с вами поговорим о том, кто где живет. И тема сегодняшнего урока звучит так: «Ты где живешь?» Кушто тиде йодышан мут. Тиде йодышлан вашештыше мут верым ончыкта. Кушто Йошкар-Олаште? Кушто – это вопросительное слово «где». Слова, которые отвечают на этот вопрос, указывают место. Кушто – где? Йошкар-Олаште – в Йошкар-Оле. Илаш – жить. Мы илем – я живу. Тый илет – ты живешь. Туда ила, он или она живет. Тайкушто илет, тиде йодышан предложений. Тиде йодышлан чын вашмутым пуаш манын, эн ондак йодышан мутым муман, а вара тиде мутым вес кӱлешан мут дене вашталташ кӱлеш. Тайкушто илет, ты где живешь? Это вопросительное предложение. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно в предложении найти вопросительное слово, а потом это слово заменить нужным словом. Тайкушто илет? Ты где живешь? Мый Йошкар-Олаште илем. Я живу в Йошкар-Оле. Марий йылмыште действием ончыктышо мут предложение мучаште шога. В марийском языке слова, которые обозначают действие, они стоят в конце предложения. Йошкар-Ола – Мари-Элен Ридолаже. Йошкар-Ола – столица Мари-Эл. Ридола – столица. Финн-угр тӱшкашке чылаже ладвич калык пура. Тиде финн, мари, мордва, удмурт, венгр, вепс, карел да моло калык-влакат. Нуно ожно чылан пырля иленыт да ик йылме дене мутланеныт. А кызыт нуно йылмышт тӱрлӧ, да шкештат тӱрлӧ вере илат. А кушто нуно илат? Айста ончалына. Финно-угорскую группу входят 15 народов. Это финны, марийцы, венгры, удмурты, мордва, самы и другие. Когда-то они жили вместе и говорили на одном языке. Сейчас они говорят на разных языках и живут в разных местах. А где они живут? Давайте посмотрим. Тиде мати. Мати куштила? Мати хельсинкиштила. Хельсинки тиде финляндин ридолаже. Мати куштила? Мати финляндиштила. Это мати. Он где живет? Он живет в Хельсинки. Хельсинки – это столица Финляндии. Где живет мати? Мати живет в Финляндии. Тиде Салика. Туда кушты ила? Туда Йошкар-Олаште ила. Йошкар-Ола тиде Мари-Эл Республикан Ридолаже. Салика кушты ила? Салика Мари-Элыште ила. Это Салика. Где она живет? Она живет в Йошкар-Оле.
Йошкар-Ола – это столица Республики Мари-Эл. Где живет Салика? Салика живет в Мари-Эл. Тагак умут влаком кучылтын, сюрет почеш и зирак предложений влаком чунаш лиеш. Также, используя новые слова, по рисунку можно составить предложение. Например, «Тиде Таня, тудо Москваште ила». «Москва – Россиин столица же». «Таня – Россиште ила». «Это Таня». «Таня живет в Москве». «Москва – это столица России». «Таня живет в России». А кызы ючавлак митендандины изира пашамштына. Рушлагыч марлаш текстом кусарина. Ребята, сейчас мы с вами выполним одно упражнение. Нам нужно перевести текст с русского на марийский язык. Здравствуй! Давай познакомимся. Меня зовут Салика. Я живу в Йошкар-Оле. Здравствуй! Салам лиже. Давай познакомимся. Палым Илина. Меня зовут Салика. Мыйын лӱмем Салика. Я живу в Йошкар-Оле. Мый Йошкар-Олаште илем. Тидын дене йоча-влак мемнан урокна мучашке лишемеш. Тиде темынам ме вес урокшто умбакыже шуена. Кызытеш чеверын. Ребята, сегодня урок подошел к концу. Тему сегодняшнего урока мы с вами продолжим на следующем уроке. До свидания!